Друзья, всем привет. Короче, поехал я, уже начали косить кукурузу. Ой, на солнце вот так вот я поставлю. Проехали мы первый раз сегодня. Я вчера ездил на мопедике, я забыл вам там в том видео показать, сколько я насобирал. Ну, сейчас приехали, посмотрим, сколько соберем, сколько получится кукурузы. Ну вот, смотрите, друзья, я вам хочу показать. Вот, раз, пожалуйста, качанчик. Вот еще есть. Но это только с краю, там в середине практически нету. Комбайны это поле убрали. Вон еще люди. Вон собирают. Не знаю, видно, не видно. Не буду показывать. А здесь, конечно, я вчера ходил. Здесь похуже. Но тоже есть. Тоже есть, друзья. Конечно, может туда дальше, когда подпалят поле. Или мы подпалим, может, если разрешат там, я не знаю. Да, есть. Вот, смотрите. Есть кукурузка. Есть. Один качанчик. Его еще плохо видно. Вот. Еще раз. Два, три. Есть. Есть кукурузка. Короче, фу, напылил. Друзья, сейчас пособираем. И я вам еще покажу, сколько мы пособираем. Ну, я думаю, часика 3-4 мы здесь побудем. Посмотрим, что, чтобы было, что нам давать нашим зверюхам. Так что такие дела, ребят. Все, погнали мы собирать. Показывать не буду, потому что это долгий процесс. Все, посмотрите потом, сколько мы соберем, ребятушки. Друзья, вот, собрали, короче, 5 мешков мы. Ну, сейчас время 5 часов. Приехали где-то в 2.
За 3 часа вдвоем мы собрали 5 мешочков. Ну, с половиной. Приеду, друзья. Сейчас поедем домой. Катюха будет сама управляться. А я их быстренько переработаю. И хочу показать, сколько получится всего такого уже готового зерна. Так что погнали. Ребят, еще этот хотел сказать, постоянно забываю. Комбайны тут тоже классы. Ну, модные вот эти, походу, класс Lexion. Не знаю, какой номер, но хорошие 3 штуки. И есть все равно потери. Поэтому нашим зверюгам, я думаю, что-то соберем покушать. Дорога, конечно, здесь, ну, дороги никакой нету. На легковой машине по полю, конечно. Самое лучшее на Жигулях. Вот здесь. Все, ребятушки, сейчас выехали уже на дорогу. Поедем сейчас и будем заниматься там. А ну покажи пыль, сколько там.
Ребят, сейчас я пересыплю, уже посмотрим, сколько получилось. Вот, друзья, вот это сегодня мы за 3 часа насобирали. Ну, здесь минимум по 5 ведер. А такой мешок стоит на базаре 200 гривен. Это если по 40. Но последнее время был по 50. Но я думаю, цена немножко упадет. Вот сколько отходов. Плохо видно их. Ну, а так они больные, ну, мешок где-то. Вот. Пол мешка. Короче, 2,5 мешка, друзья. Получилось. Вот так вот мы сегодня съездили. Вот таким образом, я думаю, что мы соберем. Ну, мы каждый год собираем. Еще и умудряемся немножко продавать. Ну, чтобы, допустим, сейчас есть ячмень, пшеница, гороха там немножко. Пока будем, а потом хоп, закончится. Продали кукурузы, ну как бы поменяли. И получается, ну я буду стараться в этом году по максимуму собрать. Короче, ну чтобы и вам было интересно. Вот такие вот, ребят, дела. Короче, кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.